Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наш гость Сурен Авакян. Живет он в городе Сочи, Краснодарский край. Сегодня Сурен хочет мира. Сегодня он, проживая в городе Сочи в Российской Федерации, считает, что Карабах — это... Как ты сказал, часть Азербайджана. Ну, это круто. И то, что ты решил так, потому что так считает еще и весь мир, правильно? Ну смотри, логически, опять же, сейчас просто, знаешь, люди разные бывают. Сейчас, наверное, некоторые уже смотрят или посмотрят эфир, и начнется вот это вот. Мы проиграли туда-сюда. Наши армяне звонят Камрану, специально хотят ему там понравиться, специально вот это, типа, лишь бы признать туда-сюда, понимаешь? Ну хорошо, у меня всегда такой вопрос возникает, даже вот среди диаспоры. Если это часть Армении, почему они не признают официально, никакого статуса не дают? Если это независимая республика, как они говорят, ну там в Армении, почему они официально не признают это? То есть они на словах говорят, что, как сказал, говорит, что за безграмотные люди там сидят в руководстве Армении. То они говорят, что Карабах — это отдельная республика, то они говорят, что Карабах — это часть Армении. Хорошо, если Карабах — это отдельная республика, почему граждане Армении там служат в Карабахе, что они там делают? И, ну, исходя из того, что по конституции Армении нельзя, чтобы граждане Армении служили за пределами Армении. Но понимаешь, в чем вся суть, Камран? Это надо, чтобы народ понимал. Сурен, ты есть народ. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!